И всем привет! С вами снова Женек, и сегодня мы начнем новое прохождение. А прохождение это будет Слендера, той самой игры, которую разработчики выпустили. Можно сказать, полноценной игры инди-хоррора. В данной игре, насколько я знаю, 5 глав. И по сюжету наша главная героиня приезжает в домик, как бы в лесу, к своей подруге, и там понеслась, как говорится. Насколько видим, ну, графика, в принципе, вполне себе. Считаю то, что игра малобюджетная. Ну чё, погнали потихонечку. Вроде все спокойно, тихо, но мы-то знаем то, что просто так хорошо это все не закончится. Игра обещает быть хорошей, страшной, насколько я знаю. Мне много друзей ее советовало пройти. Ну и вот наконец-то дошли руки и до нее. Как только Слендер стал популярным, вот помните, да, ту самую первую игру? Я поиграл в нее, наверное, не знаю. Вот когда какая-то девушка там разбилась на машине, по-моему, и вот в лесу мы там бродили. Ну, игра мне на самом деле очень понравилась, так как, ну не знаю, я вообще любитель скримеров, потому что, ну, психикой напугать немногие игры могут, и также фильмы. Поэтому скримеры это единственное, чем можно так более-менее напугать. Ну, по крайней мере, меня. За всех, конечно, я говорить не буду. Ну так. То ли уже темнеет, или мы зашли куда-то глубже в лес, и поэтому просто-напросто солнце сюда не попадает. Точнее, солнечный свет. Пока что все красиво, жизнерадостно. До наступления темноты. Так, что мы видим? Мы видим машину. Машину. Угу. Ну и отлично. Можно как-то использовать? Нет. Что за машина-то вообще? Джип. Хорошо. Ну, как я понимаю, это машина нашей подруги. Наверное. Значит, мы на правильном пути. Хотя тут, я думаю, сложно будет заблудиться. Ну и где же наш домик? Точнее, домик нашей подружки. И, как можно видеть по тени, мы играем за девушку, как я уже сказал. Не знаю. Когда персонаж девушка в хоррорах, мне еще более жутко играть становится. И, видимо, мы... Да, видимо, мы пришли. И уже совсем стемнело, можно сказать. Ну, как... Ну, отлично. Давайте-ка пробежимся. Так. Свет в доме горит. Дверь на распашку. Так, давайте-ка осмотримся, что ли, пока. А, угу. Фонарик у нас нету. Можно дверь закрыть как-то за собой? Нет. Хорошо. Нет. Что это она делает? А, все понял. Ух ты как. Отлично. А на улице уже... Насколько мы видим, наступает ночь. Давайте-ка пойдем лучше в дом. На улице мне не очень хочется находиться в данное время суток. Хотя, скорее всего, по развитию игры мне предстоит это сделать. Так как все же не в шутер мы играем. Так, это что? Можно как-то сесть. Ладно. Ванна.
Какая ваза? Мы не отображаемся. Но ничего страшного. Так, лады. Спасибо, что ты позвонил мне прошлой ночью. Ну и достаточно. На паузе кому надо прочитать, потому что... Ну, короче, мы нашли записку. От нашей подруги, скорее всего. Насколько я понимаю. Нет, давайте все же ставим дверь открытой. Это куда нас? А это у нас прихожая. О, фонарик. Так-то лучше. Да, на улице стемнело. Не-не-не-не-не. Открывать мы, ну уж точно не будем. Прикольно. Сделали. Вот эту дверь мы закроем. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Закрывай. Отлично. Слышь? Ух ты. Ух ты, ух ты. Ну, вы понимаете, да? То, что Слендер побывал здесь. Здесь Слендер побывал. Ну, это и так понятно, потому что... Ух ты. Не знаю, что здесь написано. Это плохо не знать английский. Ну, что поделаешь. Слендер, по всей видимости, забрал нашу подругу. Сколько ж много текста. Какая-то открытка. Может... Ой, блядь, испугался своей тени. Может, нашу подругу мы, скорее всего, и поздравляли с днем рождения каким-то. Не знаю. Ну, я так понимаю, короче... Подожди. Тихо. Тихо. Тут ходил. Закрой дверь, блин. Да закрой. Господи. Не знаю, может, у меня глюки были, но... Ладно. Так вот, я думаю, все же нашу подругу уже Слендер захватил. И нам придется ее найти. Так, подожди. Можно было позвонить, по-моему. Разряжен. Закрыто. Да господи, ну. Тихо. Ну уже это слышали, ну не я же это, ёпты. Так, там какая-то детская площадка. Блин, на улицу. Вообще никак не хочу выходить. А придется, видимо, дверь закрыть. А. Нам придется обходить, скорее всего. Вроде пока никого. Ладно. Да открой ты эту дверь, а! Погнали, сходим наверх. Мы же как бы еще не все обследовали. Вообще, кромешная темнота. Видимо, подруга недавно сюда приехала и, как бы, наверное, пригласила на новоселье. Я так понимаю, потому что вещи все раскиданы еще. Так, 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 так. А ничего, такой домик-то. Да и площадь большая. Но я бы здесь, после всех хорроров, которые я переиграл, я бы, наверное, в таком месте не смог жить. Просто-напросто. Ну да ладно. Хорошо. Не знаю, тут, блин, такое ощущение, как будто он, я не знаю, где-то дверь открою сейчас и будет просто стоять там. Все же играть
первом часу ночи вот такие игры. Опасно для психики. Как для психики, для нервов, так и для здоровья. Ну ладно, нам не при... Тихо. Нам не привыкать. Господи, ну он где-то уже во дворе, я так понимаю. Не знаю. Ладно. Опа. Да-да-да. Да. Что-то начинается. Хотя я его не увидел еще, но... Я так... Ну, где-то он рядом, короче. Так, в эту дверь мы с вами не попадем. Ладно. Ну, где-то этот маленький засранец уже здесь. Не-не-не. Включи. Не вижу. Так, у нас осталось проверить последнюю комнату. Так, здесь мы были, по-моему, да? Да, в ванне мы были, все, по-моему, осмотрели. Душ, да. Ну, пошли в последнюю комнату, сходим. Единственная комната, где мы не были. Так, ключики. Ну, подобрали ключики и... Как я, так и вы, наверное, уже поняли. А, вот еще куда-то. Охренеть, вообще! Сколько здесь туалетов с ваннами. Как я, так и вы уже поняли. Эти ключики нам пригодятся. Сейчас мы туда и пойдем. В ту дверь, где у меня зашипела камера. Вроде бы больше здесь ничего нету. Ничего и никого здесь больше нету. Кроме нас, естественно. Ну, ходит где-то подлец. Ах, ненавижу это чувство. Где-то он... Тихо, ну не надо, ну... Закрой. Закрой эту чертову дверь, господи. Охереть. Разбитое окно. Просто все стены исписаны, знакомые нам по предыдущим сериям игр про Слендера записки. Ты не спасешься, ты там не убежишь, тебе пора уходить, там и тому подобное. Ты не скроешься, но... Так, ладно, будем стоять тут. Так, что мы взяли? Господи! Наша подруга. Как мне вылезти в окно? Не знаю. Так. Так, 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 так. Больше здесь, по-моему, ничего нету. А что мы взяли вообще? Как? Не, ну мы же еще что-то взяли, подожди. Так, ну и на этом, наверное, давайте первую серию завершим, так сказать, вступление. Закончим и продолжим уже. Как бы мне не хотелось этого делать, мы выйдем из этого дома и пойдем на крик нашей подруги. Всем спасибо за просмотр, с вами был Женек. Всего доброго. Пока-пока.